отчество, адрес, телефон. Все. Больше ничего. То есть я их заполняю? Ну да. А дальше? Ну а дальше к 8 числу, к 7 числу постарайтесь сдать их. Вам сдавать? Ну да, будете мне сдавать. А деньги по 150 рублей? А деньги будут вам давать сам Ершов. Так что не волнуйтесь, там Татьяна Аркадьевна у него, да. Евгений Ершов, да, вот это? Ну да, Ершов, да, и Олеся Минеева, они, в общем. Вот это вот, если возьмете тоже, тут 10 штук, 10 рублей за каждую вот эту штучку. То есть 10 штук возьмете, 100 рублей сразу даю. Да не обманули бы как? Да нет, не обманут. Нет, не обманут. Они же отказались от вот этих ярославских, которые в прошлый раз их обманули. По 200 тысяч с них затребовали за вот это вот. Ну вы не знаете прошлые выборы, а? Я каждый выбор занимаюсь, поэтому я все это знаю. А сейчас только у них деньги. Они, а, раз ярославские выдавали, да? Да, да. Вы о чем говорите? Я не знаю. Нас так кинули, что мама не горюй. Нет, я ему верю. Я уже столько лет с ним работаю, что хоть. Нет. Ну, нет, ладно. Нет, они не обманут, я вам честно говорю. Вот это так, в общем, разбросаете у себя там в доме. Можете в почтовый ящик. Ну, кому захотите дать. Только я вот ходите. Я скидаю по ящикам. Ну да, хотите по ящикам, знаете кому. Вот этих сколько вам дать? Тут они с двух сторон. 90 квартир, 90, конечно, мне не собрать. Нет, я тоже не собираю 90. Но 50 собираю. Ну давайте, я не знаю. Да, конечно. Пройду, посмотрю. Ну да. Если останутся, вы мне их отдайте, потому что тут прямо на зима подсчет все. Ладно? Ага. Так, это 40. Вот я вам даю 5 штучек. В такие случаи. Так, держите вот это вот. Теперь, вот эти будете брать? Давайте, возьмем. Сколько? Ну, 10 штук, давайте. 10 глаза, точно хватит. Я, по-моему, видел, на домах вот их сегодня повесили. 10, это я уже повешу. Угу. Своих внуков попросила, если честно. Так, сейчас я вам вот эти вообще тоже. Семинариками по стороне. Ну, это я тоже ящики, наверное, брошу. Как хотите, кому можно, чисто вот они радуются, люди, когда им в руки дают, когда соглашаются. Те, кто соглашается. Угу. Давайте я вам дам этих 15. Спасибо. Так, сейчас я вам 40 рублей принесу. А, они, ну ладно. А 8 сентября, значит, тех? Да. Ну, 7 постарайтесь. Я буду, конечно, вам еще прозванивать. Как у вас результат? Что у вас? Понятно? Угу. То есть это обязательно. Вот у меня тут цифра лежит. Так, все, я пока сейчас ко мне подойдет еще с Чкалова 88 женщина. Ну, по нашему округу, значит, баллотируются. Да, они баллотируются по 14-му. Это округ, это самое областной. А, не областной. Областной, они же в областную думу. А по нашему 18-му округу Степанова... Я не знаю даже таких. Она предприниматель, открыла несколько магазинов с мясом. Я тоже плохо ее знаю, но из всех, что я вот знаю, я просмотрела, я всех агитирую Степанову. Она рабочий человек, то есть она прошла от низов до верха, как бы. То есть она любит работать, она будет что-то для людей делать. Тем более еще только в начале, понятно? Ну ладно. Так все, что... спасибо вас. Ну, да нет, в любом случае что-то получится разработать. Да, давайте, конечно. Конечно, надо на них говорить. Этот у меня деньги выбивает. У нас же теперь денег вообще в городском бюджете нет. Посмотрите, у нас водоканал отобрали, у нас это теплоэнерго отбирают. Да и мне его-то знают, как интересно. Понятно, да? Да. Ну все, давай. Все, спасибо. Всего доброго. Занято, что давай. Вот так вот. Баблишка-то.